Лужи, ямы и растаявший вместе со снегом асфальт. Именно на это в городскую администрацию неоднократно жаловались жители Барнаула. Значительная часть проблемных точек, так называемых перекопов, находится там, где в конце прошлого года работали ресурсно-снабжающие организации. Для того, чтобы составить список недочетов, на дорогах прошло выездное совещание. На данных участках ресурсоснабжающими организациями проводились работы по сетям. Потом вследствие проводились работы по восстановлению благоустройства. И после этого у нас уже подрядные организации несут гарантийные обязательства на тот срок по гарантии, который устанавливался в ордере. Однако восстановить благоустройство в конце сезона удалось не везде. Одна из наиболее проблемных точек в районе остановки Павловский тракт на улице Попова. Своевременному ремонту, говорит Гармат, помешали осенние осадки, низкие температуры и сезонность работы асфальтобетонных заводов. Похожая ситуация наблюдается на пересечении переулка Ядринцева и улицы Попанинцев. В настоящее время частично асфальт уложен одним слоем по согласованию с Комитетом по дорожному хозяйству. Ордер у нас открыт до 31 мая 2022 года. Но уже мы с подрядчиком обсудили, с БТСК в том числе. Здесь, конечно же, будет намного раньше восстановлено благоустройство. Вместе с представителями власти на выездном совещании присутствовали и инженеры ресурсно-снабжающих организаций. Они также посетили улицу Максима Горького возле дома номер 27. Зимой Барнаульский водоканал проводил здесь аварийные работы, вскрывал водопровод. Из-за невозможности положить асфальт, яму пришлось засыпать щебнем. Засыпана сейчас по технологии обратная засыпка. Ну, будет подготовлен он. Сейчас где-то в течение полутора месяцев под асфальтирование и в порядке, как открыт ордер, 31 мая мы обязуемся это сделать. Так же, как все остальные, у нас 150 адресов по городу. Работы начнутся уже на следующей неделе, одновременно со стартом производства на асфальтобетонных заводах. Всего подрядчикам предстоит восстановить несколько сотен объектов. Ирина Корчагина, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.